Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Штраф за неправильную перевозку детей в автомобилях может вырасти с 3 до 5 тысяч рублей. Это предусматривается законопроектом, который будет внесен в Госдуму. Кроме того, с 500 до 2,5 тысяч планируется увеличить штраф для водителей, которые пустили в машину пассажиров больше, чем положено. Автор поправок, парламентарий, таким образом отреагировала на недавнюю аварию в Курской области, которая унесла жизни 6 человек, главным образом детей. Они находились в переполненном людьми автомобиле. Трасса 101. Центральный банк хочет распространить процедуру прямого возмещения убытков при ДТП на все участвовавшие в нем автомобили, а не только на два. Если поправку одобрят, она вступит в силу в конце сентября этого года. Страховые компании против. По их мнению, это приведет к дополнительным серьезным издержкам. Кстати, осенью с 50 тысяч до 100 тысяч рублей может быть увеличена и совокупная сумма ущерба в рамках Европротокола. Трасса 101. Через 3 года каждая 6-я выпускаемая в нашей стране машина будет электромобилем. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он выразил готовность всячески поддерживать производителей электрокаров. А покупателям, может быть, перепадет и отмена транспортного налога. Сейчас в России насчитывается менее 1000 легковушек на электротяге. Трасса 101. Компания Ford в ходе опроса выяснила, что каждый третий российский водитель засыпал за рулем во время движения. Каждый 10-й из них заявил, что просыпался уже после ДТП, столкновения или вылета с дороги. Самый распространенный способ борьбы с сонливостью у респондентов – остановиться и прикорнуть на полчаса. Также популярны громкая музыка и напитки – чай, кофе или энергетики. Toyota Hilux, УАЗ пикап и Mitsubishi L200 – тройка самых покупаемых в России пикапов, новых, в первой половине 2017 года. В сравнении с тем же периодом 2016 спрос на такие машины снизился на 15%, что объясняется их подорожанием. Ранее стало известно, что новые кроссоверы и внедорожники за последние 6 месяцев обогнали по популярности автомобили B-класса. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.